Здравствуйте, меня зовут Олеся. Сегодня я научу вас рисовать аквагрим «Лесная фея». Для этого нам понадобятся краски по аквагриму, спонжи, вода, кисти. По желанию можно использовать блестки. А поможет мне Юля. Возьмем спонж, желтую краску и начинаем наносить основу от скулы до виска. Возьмем кисть, черную краску и, начиная от внешнего уголка глаза, рисуем растительный орнамент на желтой основе. С помощью спонжа наносим розовую основу для будущих цветов. Рисуем контур лепестков черной краской. Намечаем серединку цветка. Красным цветом прорисовываем середину. Аквагрим «Лесная фея» готов!